Христианские притчи. Наследие святых отцов. Знак судьбы. Один человек, выходя из церкви после службы, испытал острое чувство одиночества. Внезапно его окликнул друг. «Мне очень надо поговорить с тобой». Человек увидел в этой нежданной встрече знак судьбы и так обрадовался, что начал говорить обо всем, что казалось ему важным, о Божьей благодати, о любви. И добавил, что друга не иначе, как Бог послал или привел ангел. Ведь еще минуту назад он чувствовал себя одиноким и никому не нужным. Друг выслушал все это, поблагодарил и пошел прочь. Человек, только что ликовавший, почувствовал еще большее одиночество. Но потом он понял, в чем дело. В своей бурной радости он пропустил мимо ушей просьбу друга выслушать его. Человек поглядел себе под ноги и увидел собственные слова, валяющиеся на земле. Вселенная в этот час хотела другого.